А накануне вечером на городском стадионе Тараза прошла историческая постановка «Киллджойл». В ней задействовали 500 актеров, военнослужащих, студентов и школьников. В числе зрителей была и наш корреспондент Катерина Попкова. Организаторы решили, все должно быть реалистично. На глазах оживали исторические личности. Летели стрелы, метали копья, шли бои на мечах. За всем зрители следили с замиранием. Только перевели дух, и сразу новая сцена. Все было в точности, как 5 веков назад. Праздник хорошо проходит, все веселые, довольны. Я считаю, что мы вот с дочерью пришли отпраздновать. Я считаю, что каждый наши дети, наши вот только выросшие поколения должны знать свою историю. Артисты смогли погрузить зрителей в атмосферу правления основателей Казахского ханства Жанубека Икерея. В основе сценария книга депутата Сената парламента Жабала Ергалиева. Специально для постановки сшили сотни костюмов, изготовили доспехи. Масштабность представления зрителей, конечно, впечатлила. Это очень большой значимый праздник для нас, для нашей семьи, для наших детей. Он показывает нашу древнюю историю Казахстана, наши древние традиции, которые из поколения в поколение передаются. И мы хотим, чтобы наши маленькие дети этому учились и передавали своим будущим детям, своим будущим поколениям. Это был целый час истории Казахстана. Затем дарить праздничное настроение зрителям продолжили звезды казахстанской эстрады. Не менее зрелищным стал и праздничный фейерверк. Катерина Попкова, Тимур Сельхан, Бахаджан Бапаев, Тарас, 24 KZ.